Для всех самбистов это важный старт, который является этапом подготовки к чемпионату и первенству мира. Анастасия Ячевская является мастером спорта России, представляет спорт-общество «Динамо», работает тренером в 9-й спортшколе курорта, имеет коричневый пояс под дзюдо, который ей лично вручил самый титулованный дзюдоист Европы, серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин. До этого старта Анастасия стала чемпионкой международного турнира по пляжному самбо «Черное море», который проходил в Сочи. Также неоднократно становилась победителем и призером краевых, федеральных и всероссийских турниров по самбо. Вместе со своим тренером Анастасия Ячевская много времени посвящает развитию в Сочи адаптивного самбо и дзюдо, работая со слабовидящими и слабослышащими ребятами, а также с детьми с диагнозом ДЦП. Стоит отметить, что из 4 самбистов, представивших курорт на турнире, Ячевская стала единственной, кому покорился пьедестал.